и поочевидно все же. И вот взрывается наша база. Вот такой печальный конец. Город Кизан уничтожен. Сдаем квест. Получаем 6-й уровень. Отдаем ключи от нашей машинки нашей ассистентке. И она везет нас на корабль. Вот так вот автоматически. Так же, как было с раптором и троллей. Едем-едем, объезжаем мы огонь всякий, давим мирных жителей. Так-так-так, доезжаем, видим корабль, который нас увезет с Кизана. Прыгаем на него. И вот и все. На этом заканчиваются квесты в Кизане. Нас ждет следующий остров. Это Lost Isles. Но думаю, насчет него мы сделаем отдельный стрим в следующий раз, так как локация очень большая. Вот, вот так вот выглядит этот сам остров. Начало разрушен. Все разрушено. Наш корабль потоплен. Ну и что? Вот мы ровно через 1.5 часа заканчиваем наш стрим. Я надеюсь, вам понравилось. В будущем мы улучшим все, улучшим графику. Вы можете оставлять замечания на форуме в отдельной теме, которая была у нас на главной. Всем спасибо за просмотр. Ждем вас снова. Это был Фой специально для napclub.ru.